Здравствуйте. Проверка. Снижение террористической и экстремистской активности – основная задача таких рейдов. В преддверии новогодних и рождественских праздников брянская полиция принимала дополнительные меры безопасности. Рейды по выявлению иностранцев-нелегалов проходили в последние 10 дней уходящего 2020 года. Проводятся оперативно-профилактические и разные мероприятия, направленные на снижение террористических актов и экстремистской активности. С этой целью проводятся рейды по местам массового скопления иностранных граждан, также предприятий в сфере услуг рынков. Только за 6 рейдов полицейские проверили более 100 иностранцев, гостей из стран СНГ, поставили на дактилоскопический учет. Среди них нарушителей миграционного законодательства не выявлено. Андрей Мамошин при содействии пресс-службы ОМВД по городу Брянску.